Итак, кто у нас женится сегодня? Алина? Евгений! Такая честь для нас поздравить Алину и Евгения со свадьбой. Должен сообщить, что после свадьбы Каневский не будет ходить в качалку. А что это значит? Это значит жена, дети и все такое. Нормальная шутка. Значит, поздравляю. Да не может быть! Что ты такое говоришь? Он обещал, что будет страховать меня, когда я делаю жим. Я буду страховать. Да ты же забыл, что такое жим. И штанга. Да будет он ходить качалку. Так и знал, что ты пошутил. С днем свадьбы! Знаю, знаю, знаю. К сожалению, не могу сегодня присутствовать на свадьбе Евгения и Алиночки. Алиночка, я так хотела прийти на свадьбу. Но ведь Брэд так ревнует меня к Евгению. Хочу добавить, что ты замечательная подруга. А также психолог. Спасибо тебе за то, что посоветовал мне духовную практику. Мы практиковались, и после нее в нашей жизни появилась звезда счастья, которая некоторое время скрывалась за облаками недопонимания. Совет вам да любовь. Да я не ревную, женек. Приходите в гости. Послал нас дорогой Евгений в лес погулять, глибочки собирать. Вдруг видит редкий голубой цветочек. Сорвал он и прикрепил к одежде. А цветочек-то был волшебный. Он раскрыл глаза на клад. Евгений нашел свой клад. Наша дорогая невеста, Алиночка, выпьем за этот клад. За то, что она была самым большим богатством муза.